Где-то здесь живут бобры. Вот по этой водяной тропинке они выходят на берег. Я иду по их следу. Это следы бобров. Тропинка ведет вглубь леса. Мы пробираемся через дебри. И обнаруживаем дерево, которое свалили бобры. Дерево огромное, в диаметре более полуметра. Конечно, здесь бобры работали не один день. Они подгрызли практически под корень его и свалили дерево своими острыми зубами. Это следы зубов. Дерево рухнуло. Длина дерева не менее 30 метров. Такова мощь зубов бобров.